Здравствуйте, ребят. Сегодня призы за Squad Battles Elite 1. Все никак не могу в топ-200 войти. Не знаю, сколько там нужно времени потратить, чтобы в топ-200 войти. Нужно, наверное, все время играть еще на уровне. Я играю на мировом классе. Нужно, может быть, ультимейт даже играть. Так, взял призы. Три приза, три набора. Два набора редких игроков. 10 тысяч монет, они уже прибавились нам. Игрок ТОЦ или Малых Лиг 91+. Набор редких игроков. Открываем набор редких игроков. Все продается. Продаваемые. Погнали. Австрия. Защитник 84, наверное, будет. Да, Алаба. Нормально подойдет для сборки или для продажи. Так, этого мы парня сразу продадим, потому что дубликат, другие наборы нам не даст открыть. Остальное все потом распределим. Так, дальше. Еще один набор этих игроков, погнали. Раздача сегодня не сильная, но ладно. Фекир 84-й. Тоже можно продать. И Гуэррера, и Габриэль Джесус. Четыре тысячи, неплохо тоже. Продадим попозже. И главный набор недели. Игрок из Премьер-лиги, Лига 1, Серия А, или Бундеслига, или Ла Лига, или из Малых Лиг, 91+, погнали. Конечно, хочется что-нибудь типа... Ла Лига Сантандер. Франция. Левый нападающий. Терьер. Опять терьер. Но у меня уже каждую неделю по терьеру падает. Просто у меня он уже есть. Ну ладно, пусть будет этот. Оставлю. Фут. У меня он есть. Team of the Week. Team of the Season. Хороший нападающий. Прицельный удар. Стреляет. Ну ладно, забираем. На прошлой неделе мне 96-й набор выпал. Ой, 96-й игрок выпал. Влахович. Ну, еще открыли золотой набор, который можно посмотреть перед покупкой. И набор контрактов попался. Все, ребят, спасибо за просмотр. На следующей неделе играем дальше. Спасибо, пока-пока. Пока. Или состав показать. У меня состав такой, за месяц набрал неплохой. Лемандовский я купил. За сколько-то монет, не помню. За сколько. Вот у меня Терье. Придется его отправить в мой клуб и возьму себе Терье Фуд в состав тогда. Вот где-нибудь здесь он будет у меня на замену выходить. А того на сборку, что еще делать. Все, ребят, спасибо, пока-пока. Пока.